Идем еще в этот магазин Диалс. Надеюсь, правильно сказала. Тут немножко очередь. Один отдает корзинку, мы берем. Пойдем. Хочу своему малышу вкусняшек всяких набрать. М&М'сы. Так, о, новогодние. Только это получается по 12 злотых, а это, наверное, по 5. Эти получаются по 5 злотых. Да. Цена с той стороны просто. Да. Так, вот какие-то апельсинка. 8 злотых. Это какой-то интересный, как мы с тобой набрали. Да. Ой, мы брали только такие, только в другой коробке. Ну, да, да. А, вот и... Да. Так, покажу еще такое цены на зубные пасты. Щетки. Гели для душа. Тут много всяких акций бывает. По акциям выгодно покупать. Дезики. Детские товары. Вот игрушки даже есть. Новогодних игрушек много. Так, и вот опять вкусняшки начинаются. Каши, соусы, маслины, конфетки вот какие-то, а вот вообще много чупа-чуп, скитл 7 злотых, тут их сколько, не знаю сколько ты пачек. Желеек очень много. У меня тут ребенок все хватал бы. Детский рай. Вот еще такие чупа-чупсы, конфетки. Новогодние. Киндер-шоколадка огромная, 12 злотых, класс. Кит-кат. Кит-кат, сникерсы большие, Милка, он упаковка большая. Вот шоколад. Прям много всяких шоколадок. О, наш Рошен. Миллениум. Вот, а эти, получается, если брать 3, то они по 5 злотых. Орешки, изюм. Фисташки. Так, хлебцы. Всякие сладкие намазывалки. Вот что-то, не знаю, что это. Свет, прочитай, что это. Такое что-то интересное. Какой-то фрукт, я не уверен, что-то. Маршмаллоу. Прикольно. Какой-то. Вот такой намазывальный. Так. Намазывальный, да? Да, намазывать можно. Угу. А это, я так понимаю, а что это, читай? Величус, крем какой-то. Короче, канапковый. Что-то не... Канапковый тест, ну, на тоже. Намазывать. О, Марс намазывалка, да. Есть тоже, прикольно. И Твикс. Да. Да. Ну, все хорошо, 12 злотых, в принципе, это норма. Да. 16 злотых Нутелла, то Плэнти маленькая. Ну, это да, 12 это нормально. Дешевле, да. О, батончики протеиновые, я такие ела. И у нас уже такие продаются.
Не, это не ореховая. Не, это не арахисовая. Арахисовая где-то я видела. Так. Вот сухие всякие завтраки. О, их вообще очень много всяких. О, мы вот такие пробовали вкусные. Так, чай. Чипсы. О, арахисовая паста. Сколько паста? Да. Где ты нашла ее? 10. 60 где-то. 67, да. А, вон она внизу. Много. Там и кокосовая паста. Блин, мне нельзя брать. У меня ручная. Меня не пропустят с таким. Да? Да. Так, идем дальше. Чипсы. Я на чипсах закончила. Вот эти они вкусные, сказали. Вот эти невкусные? Ого, тут ведро такое здоровое. Ведро как пол меня. Ну сказали не брать, уже у меня. А сколько они стоят? 15 злотых. 400 грамм, это кошмар. Так, какао. 12. О, трубочки вот эти надо взять. У меня Артём их любит. Это через них пить молоко, и оно сладкое будет. Вот это возьмем. Что тут еще? Печенье. О, вот твикс какой-то. Тут столько всего необычного. Смотри, и здесь еще наше печенье Рошен. Барни. Так, Орео, вот какие-то трубочки. Так, во, розовое какое-то Орео. Я такое не видела. Какое? Вот такое. Надо взять тоже. Это, наверное. Ой, розовая, желтая, я уже дальтонизмом. Ну, да, да, а, это обычная белая. Не, нам не подходит. А, вот с розовой начинкой. Вот с розовой, да. Да, а у нас они, по-моему, тоже есть. И это мне кажется, да. О, сделали просто так. Просто маленькие, да? Но. Ой, боже, их там-то вообще как будто бы два печеньки. Вот эти вкусные, я не знаю, есть какие-то. Какие вкусные? Не, нет у нас таких. Так, надо будет тогда и такое взять. Сейчас идем дальше. Что тут? Всякие бисквиты. В общем, я, наверное, всякими вкусняшками себе забью сумку. Придется багаж докупать. Так, чипсы. О, вот такие вот конфетки. Печеньки с МНДМСом. Так, вот всякие печеньки с Марс. Вот опять Скитлз большие. О, Киндер такие. Так, что здесь еще? И много всего новогоднего. Так, ну в этом магазине, вот видите, новогоднее. Печеньки, шоколадки, прикольно. Вот твикс такой. Что тут? С Пеппой. Там получается. Вот что внутри. Киткат. Печеньки. Новогодние игрушки много. А вот есть еще моющие всякие. Ну, в общем, в этом магазине только получается бытовая химия и вот всякие вкусняшки, сладости такое. А вот крема есть. И все. Такого круп ничего нету. Масла, сыров здесь нету. Ну вот только всякие вкусняшки, то, что мне надо.